Военно-информационный канал ДАДО-79 представляет. Представляем вашему вниманию эксклюзивное интервью с независимым журналистом-аналитиком, лауреата премии Союза журналистов России, эксперта по межнациональным конфликтам Евгением Михайловым. Приветствую азербайджанцев и шекинцев. Я заехал посмотреть ханские дворцы, караван-сараи. Вот. Что хотел бы сказать? Азербайджанцы, вы победили. Армяне, конечно, недовольны, но нужен мирный договор. Сейчас продолжаются обстрелы, провокации, да, возле Нахичевани, там обстреливают Шуши, обстреливают в других районах. Но, на мой взгляд, это им не поможет. Они пытаются привлечь третьи силы в качестве миротворцев, но ни Турция, ни Россия не позволят Пашиняну договориться там с французами, с американцами, чтобы они вошли в регион и вновь был хаос. Я думаю, что уже в ближайшее время все-таки, если армяне сами не захотят подписывать договор, то их заставят. Другого выбора нет. Я бы на их месте, конечно же, все-таки настроен был на дружбу с Азербайджаном. Не ожидал бы реванша, который невозможен. Открывал бы все коридоры, все границы и спокойно развивался, потому что иных шансов сохранения армянского государства я не вижу. Более того, я хотел бы, конечно, сказать, что армяне сами многое потеряли. Что им мешало не завоевывать там территории, не пытаться захватить еще больше земель, а жить, также продолжать в мире с народом Азербайджана, как это было в Советском Союзе. Ничего не мешало. Сейчас бы прекрасно занимали такие же посты, как они раньше занимали. Также же дружили бы тут с евреями, с русскими, с азербайджанцами. Что в итоге натворили? Война, изгнание, взаимная ненависть. Но опять же, Азербайджан всех прощает и приглашает к совместному развитию как территории, так и дружбы между народами. Забыть все обиды и вновь попытаться дружить. Я думаю, что рано или поздно это произойдет. Я еще раз желаю успехов Азербайджану. Прекрасный Шики, прекрасный Баку. Более того, я, конечно, сюда, надеюсь, приеду и с семьей, и всех своих российских друзей буду привозить в Азербайджан и рекомендовать приезжать туризм только в Азербайджан. Здесь есть все. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь. Что думаете вы? Пишите в комментариях. До новых встреч!